вас звать? Здравствуйте, меня зовут Лиля. Как вам вечеринка? Пока хорошо. Хорошо? А еще ответьте мне на один вопрос. Вы как относитесь к сексу? Очень хорошо. Давайте передадим подругам привет и пожелаем им море секса. Девочки, вам большущий привет и море секса. Страстного, безумного. Страстного, безумного секса. Спасибо большое, с вами было приятно пообщаться. Когда у вас в последний раз был секс? Два дня назад. Как он, хорошо все было? Ого. Чтобы обязательно все кончали всегда. Это самое главное. Кончайте, друзья, да? Кончайте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Клеопатра. А скажите, пожалуйста, когда у вас последний раз был секс? Ну, вчера. Как было, все хорошо? Ну да, было все круто. Ну, секс должен быть крутым. Здравствуйте, как вас звать, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Регина. А ты предпочитаешь традиционный секс или еще можно что-нибудь, девочку какую-нибудь красивую? Я бывшая лесбиянка. Ты бывшая лесбиянка? Было такое, да. И как тебе, с кем лучше? Знаешь, наклонности би, они никуда не уйдут никогда. Да, как я тебя понимаю? Шучу, шучу.